добрым утром. Заман Хайрул Сунгер, телеканалында хабирлер, студияда Ирина Карабаш, темалар үчүн кысадан. Эту песню гордо посвящаю самому родному из родных, моему учителю, кумиру, моему отцу. Пусть Бог тебя хранит. Я всегда и вечно буду помнить, что ты в жизни сделал для меня. Отдавал последнее, что было, лишь бы не нуждалась вся семья. Папа, говорю тебе спасибо. Папа, ты навеки мой герой. Я прошу одно, ты обещай мне, что подольше будешь ты со мной. Папа, говорю тебе спасибо. Папа, ты навеки мой герой. Я прошу одно, ты обещай мне, что подольше будешь ты. Знаю, ты сейчас гордишься мною, хоть на ветер слов ты не бросал. И поверь, я покорю вершины, оправдаю все, что ты мне дал. И в лице тебя, любимый папа, гордостью за всех отцов, кто своей заботой и упорством за своих детей стоит горой. Папа, говорю тебе спасибо. Папа, ты навеки мой герой. Прошу одно, ты обещай мне, что подольше будешь ты со мной. Папа, говорю тебе спасибо. Папа, ты навеки мой герой. Я прошу одно, ты обещай мне, дольше будешь ты.